Сегодня будем готовить закуску грибочки. Грибочки яркая, красивая и очень вкусная. Для приготовления закуски мухоморчики мне понадобится 2 помидорка черри, яйцо, огурчик маринованный, ветчины грамм 70, сыра тоже грамм 70. Посмотрю, буду делать сыр и ветчина одинаковые пропорции к яйцу. Майонез. Сыр натру на мелкой терке. Сыр натерла вот на мелкой терке. Теперь ветчину меленько порежу. Кубики такие где-то 5 на 5 миллиметров. Вот такие маленькие кубики режу. Вот нарезала меленько. Как можно мельче. Потому что надо будет делать салатик и лепить ножку для гриба. То лучше меленько порезать. Отварное яйцо трем на мелкой терке. Сгружаем все в тарелку. Сыр. Ветчину. Добавляем майонез. Перемешиваем. Делаем такую густоту, чтобы можно было сделать шарик. Ну, такое у меня получилось уже хорошее. Начинаем формировать закуску. Первым делом украшаем зеленью тарелочку. Какая есть. У меня петрушечка. Чистилкой для овощей нарезаем тоненькие пластики маринованного огурца, красиво укладываем. Теперь чистыми ручками делаем шарики для грибочков. Раз. Сколько помидорчиков, столько и шарик. Вернее, сколько помидорчиков? 2 помидора я пока приготовила. 4 шарика. Готовим помидорчики. Вот, разрезаю пополам. Чтобы вот эта часть была разрезана пополам. Так. И второе. Это у нас шляпки будут. Теперь вот так. Получилась ножка грибочка. Точечки вот на зубочистку беру немного майонеза и делаю точечки. Закуска грибочки мухоморчики готова. Выглядит очень нарядно. И детки будут кушать, и взрослые не откажутся, потому что вкусно, аппетитно выглядит. Пользуйтесь моими рецептами, кушайте. Приятного аппетита!